В этом видео вы узнаете, что такое IOS AllRise на бирже FTX и как принять в нем участие, а также как купить токены FTT, пополнить субсчет и сделать ставку на IO. Подписывайся на канал Криптон, а мы начинаем! IO – это первичная продажа токена проекта с последующим его листингом на бирже. То есть, участвуя в IO, мы получаем токены одними из первых, когда их еще нет в свободной продаже, что обычно приносит большую прибыль. В нашем случае платформой для проведения IO будет выступать биржа FTX. FTX является одной из крупнейших бирж, создатели которой пришли в криптовалюту из фондового рынка, благодаря чему, помимо широкого набора функций для торговли криптовалютами, на бирже присутствует возможность покупки и продажи акций. Рассмотрев прошлые IO, проходившие на этой бирже, мы можем оценить потенциальную прибыль с предстоящего IO. Например, IO токена Oxy проходило по цене 0,125 доллара за токен Oxy, а после листинга на биржу и открытия торгов цена достигала 4 долларов. Причем без какой-либо спешки токен Oxy можно было продать по цене 3 доллара. Недавнее IO токена MER проходило по цене 0,125 доллара за токен. После открытия торгов пользователи продавали токен в районе 1,5 долларов. 29 июня в 16:00 по МСК состоится IO токена SLRS проекта AllRise Finance. AllRise Finance – это полностью децентрализованный протокол для инвестиционных фондов, построенный на самом быстром блокчейне Solana. На практике это означает, что любой может открыть фонд и любой может инвестировать в него, перед этим изучив все открыто предоставляемые показатели фонда. Члены команды проекта имеют большой опыт работы в экосистеме Solana и даже являются создателями первого кошелька, созданного исключительно для этого блокчейна – Solflare. Помимо этого, на Twitter-аккаунт AllRise Finance подписан официальный аккаунт Solana. Общее предложение токенов SLRS составляет 1 миллиард, а после IO в обращении будет около 93 миллиона токенов, что составляет чуть больше 9%. Чтобы принять участие в IO AllRise Finance, вам понадобится аккаунт на бирже FTX, создав который по ссылке в описании, вы получите 10% скидку на комиссии. Дальнейшие действия будет удобно совершать со страницы IO, ссылку на которую вы также найдете в описании. Для участия в IO вы должны быть старше 18 лет и пройти KYC-верификацию. Завершить верификацию нужно не позднее, чем за 24 часа до начала IO, то есть не позднее 28 июня 16:00. Для этого на странице IO нажмите здесь и следуйте инструкциям. Заметьте, что для участия в IO нужна верификация второго уровня, которую вы получите после видеопроверки. Это не отнимет у вас много времени. На IO, проводимых на бирже FTX, билеты для участия выдаются за стейки биржевых токенов FTT. Для получения одного билета вам необходимо отправить в стейкинг 150 FTT. Количество FTT, необходимое для получения большего числа билетов, вы сейчас видите на экране. Одним из оптимальных методов депозита средств на биржу является перевод USDT в сети Tron. После совершения депозита необходимо купить FTT. Для этого в поиске найдите необходимую торговую пару и произведите покупку желаемого количества токенов FTT. На момент записи видео 150 FTT оцениваются примерно в 3700 долларов. После того, как FTT появится у вас на балансе, необходимо отправить их в стейкинг. Для этого нажмите на соответствующую кнопку в вашем биржевом кошельке. Сделать это нужно также не позднее, чем за 24 часа до начала IO, то есть до 28 июня 16:00 по московскому времени. После, все на той же странице IO, создайте субсчет, нажав Create Subaccount. Именно этот счет нужно пополнять для покупки, и именно с него будут списаны средства в случае, если вы выиграете на IO. Чтобы пополнить субсчет, переведите на него нужное количество криптовалюты с основного счета, воспользовавшись появившимися инструментами. Крайнего срока для пополнения субсчета нет, главное успеть до начала IO. Но лучше всего это делать не позднее, чем за 24 часа до IO. IO на бирже FTX проводится по системе ставок. Размещать ставки можно будет в период с 16:00 до 17:00 по МСК 29 июня. Только один час, будьте внимательны. Для того, чтобы сделать ставку, пролистайте страницу IO немного ниже до нужного блока. Каждый билет дает возможность сделать ставку на покупку 5000 SLRS. Размер ставки может варьироваться от 4 центов и 0 токенов FTT до 5 центов и 5 токенов FTT. Выигрывает тот, кто предложит большую цену. Но стоит заметить, что абсолютное большинство пользователей предлагают максимально возможную цену. В противном случае выиграть возможность покупки практически невозможно. Это значит, что для покупки SLRS по одному билету вам понадобится 250 USDT и 5 FTT. Всего будет разыграно 1000 билетов для покупки токенов SLRS на общую сумму 5 миллионов SLRS. И если пользователей, предложивших максимальную цену 5 центов за SLRS и 5 дополнительных FTT, будет больше
1000, возможность покупки будет разыграна между ними случайным образом. Если ваша ставка не выигрывает, ваши средства вернутся. Торги SLRS будут запущены через несколько часов после окончания IEO. Помните о важных датах. QIC-верификацию нужно пройти не позднее 28 июня 16:00 по московскому времени. Отправить FTT в стейкинг нужно также не позднее 28 июня 16:00 по МСК. Подготовить баланс субсчета необходимо до начала IEO, то есть не позднее 29 июня 16:00 по московскому времени, но лучше сделать это заранее. Разместить ставку можно будет в период с 16:00 до 17:00 по московскому времени 29 июня. Подписывайся на телеграм-канал автора проекта Krypton Trade Party. Все ссылки вы найдете в описании.